Радиатор, выигравший пояс чемпиона НФР, у Антона Дерябина все еще должен был ему матч-реванш. Как договаривались? Какой пояс чемпиона? Но и Слава Нескубин, имеющий сертификат на право боя за чемпионский пояс до конца года, наконец решает воспользоваться своим законным правом. Поэтому я считаю, что сейчас самое время для того, чтобы использовать свое право. Этот уникальный матч с тремя участниками за пояс чемпиона НФР должен был состояться на ноябрьской опасной зоне. Но этот матч из главного события превратился в главное разочарование, когда «Гладиатор» не явился защищать свой чемпионский пояс. Теперь и Антон Дерябин, и Слава Нескубин требуют своего права на матче за пояс чемпиона НФР. Которого не было. До сих пор по непонятным мне причинам. Или хотя бы гарантировал, что этот бой в ближайшем времени состоится. Но чемпионы федерации в парных боях Иван Громов и Олег Лешин предлагают им не качать свои права, а сразиться с реальными борцами и чемпионами. Чемпионами в парных боях. Каждый раз, выходя на этот самый ринг, вам никто не должен доказывать всем этим зрителям, что вы настоящие борцы. Антон Дерябин и Слава Нескубин не заставляют себя долго упрашивать. А вы хотите видеть Антон Дерябин и Слава Нескубин против Ивана Громова и Олега Лешина? Наш следующий матч является боем двое на двое за пояса чемпионов независимой федерации рестлинга в парных боях. Итак, встречайте первых. Итак, первый участник совершенно новоиспеченной команды и экс-чемпион независимой федерации рестлинга, а также просто народный чемпион всего российского рестлинга Антон Дерябин. Уважаемый коллега, по поводу, конечно, народного чемпиона вы загнули. Да, не спорю, любят его зрители, есть за что. Но уж прямо петь Антону такие дифирамбы. Каждый раз зрительный зал стоя приветствует своего любимца, одного из самых харизматичных рестлеров независимой федерации рестлинга. И вы смотрите, вот это просто как буквальное доказательство поддержки народа за спиной у экс-чемпиона. Вы знаете, уважаемый коллега, я, поскольку человек суеверный, думаю, что вы сейчас можете сглазить вашего народного чемпиона. А я во все эти предрассудки не верю. Я объективно смотрю, как зарекомендовал себя борец в последнее время. Да и какой последний? Он 2,5 года в федерации, за это время было столько матчей. Тут просто нету слов. Вы так говорите, я прав. Вы так говорите, как будто у Олега Лешина, или, ну хорошо, Олег Лешин, он можно считать, что недавно в федерации, но уж Ивана Громова столько боев, поэтому он ни в чем не уступает по опыту и по технике тому же Антону Дерябину. Ну, максимум, в чем он может ему уступать, так это в росте и в весе. Ну, а вот и его напарник, Слава Нескубин. Он, несмотря на свою молодость, несмотря свой вот такой, прямо скажем, не очень внушительный размер, все-таки доказал и неоднократно, что и он тоже может претендовать на чемпионские места. Потому что, во-первых, конечно, он выиграл тот брутальный матч с лестницами, когда на кону стояло право биться за чемпионский пояс. И он уже был в двух шагах от использования этого права. Как, пожалуйста, вот этот матч, в котором «Гладиатор» должен был отстаивать свой чемпионский пояс, был отменен. Ну, претенденты Антон Дерябин и Слава Нескубин уже на ринге, а вот сейчас прямо к нему выйдут чемпионы, держатели поясов Иван Громов и Олег Лешин. Вот они, красавцы из города Домодедово, действующие чемпионы в парных боях. Вы знаете, дорогие друзья, в
этом бою и даже вот в такой вот предыстории этого боя, когда вы видели, обменивались, скажем так, своими мнениями Антон Дерябин и Слава Нескубин, то я целиком и полностью поддерживаю домодедовцев. Да серьезно. И вот сколько я их помню, никогда ни Иван, ни Олег не выходили, не просили, не конючили, там, ты должен назначить мне бой с этим, ты должен дать мне бой с этим, я хочу реванш с этим. Они просто выходили и не жалея себя доказывали, что они достойны быть чемпионами, что они чего-то стоят. Насчет не жалея себя, то же самое можно сказать к противникам. И более того, никогда у Ивана Громова и Олега Лешина еще не было таких конкурентов. Нескубина, да, вы абсолютно правы, я ни в коем случае не хочу сейчас как-то принизить достоинства Антона Дерябина и Славы Нескубина. То, что они делали, как они дрались, то, что они творили, это бывало иногда даже безумие, снимая шляпу. Но в то же время они действительно думают, что кто-то им что-то должен. А им никто на самом деле ничего не должен. И абсолютно прав был Ваня Громов. Если они ты хочешь чего-то доказать, выходи и доказывай. Они не думают, что им кто-то что-то должен. Они просто хотели получить то, что им уже было обещано. Вот и все. Если по контракту у тебя есть матч-реванш, ты имеешь право получить свой матч-реванш. Только и всего. Если у тебя есть законное право на бой, чемпионский пояс, тебе обязаны его предоставить. Все, конец истории. Если им его не дали, это не их проблема, а проблема руководства федерации. Кстати говоря, уже не первый раз мы упоминаем о его не совсем адекватных действиях. Вот так. Ну что ж, как говорится, хотели боя, получайте бой. Нет, ну, кстати говоря, это подтверждает то, что всегда говорил Антон Дерябин, что он никогда не отказывается ни от каких вызовов, и тем более, если они сложные. Потому что чем они сложнее, тем они интереснее для него. Я уверен, что такой же точки зрения придерживается, вот, пожалуйста, и Слава Нескубин, который призывает зал к поддержке. И смотрите, в первом же столкновении, в первой сцепке Антон Дерябин отбрасывает силой Ивана Громова от себя, да так, что тот улетает, только канаты останавливают, удерживают его на ринге. Ну что же, уважаемый коллега, если все то, что вы здесь снова говорили... Лукап. И снова то же самое. Иван Громов не может пока что ничего противопоставить силе Антона Дерябина. Знаете, я что-то даже не узнаю Ваню Громова, а вот теперь я его узнаю. Ударная техника в действии, разбег. И Антон Дерябин устоял от попытки плечевого блока. И смотрите, он контратакует. Он сбрасывает Ивана Громова в угол. Тот разбегается. И только лишь с прыжка, только лишь летящим плечевым блоком ему удается наконец свалить с ног Антона Дерябина. Вы знаете, уважаемые коллеги, все-таки хочу договорить свою мысль. Если все то, что вы говорили про Антона и Славу, как вы их рассказывали. Вы видели? Контратакой большим башмаком встречает Антон Дерябин Ивана Громова, и теперь тот на лопатках, и до счета двух смог удержать Антон Дерябин Ивана Громова. Естественно, этого недостаточно. Продолжает атаку Антон Дерябин. Вот, а я продолжаю пытаться договорить свою мысль. Да вы формулируйте быстрее свои скудые мысли, уважаемый коллега. Что это было? Вы посмотрите. А это, как сказали бы в Амхате, это гонец от графа прилетел. По-моему, Олег Лешин только что слегка переволновался. Смотрите. Так, вы знаете, я сам не понял, а что вот это сейчас было? Зачем вообще Олег туда полез? А он хотел прыгнуть на Антона Дерябина с ринга, но сделал это секунд этот на 5 раньше, чем Антон Дерябин успел подойти в ту сторону, где стоял Олег Лешин. Но тем не менее, как говорится, все устаканилось. Преимущество в руках Олега. И Антон Дерябин сбрасывает его на середину ринга переворотом со стойки, с угловой стойки ринга. И инициатива боя переходит к Славе Нескубину, к свежему Славе Нескубину. И двойной прием. Нет, ну это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Да я не узнаю чемпионов. Да нет, не может быть, они... Ну что? Они должны наконец Олег прийти Лешин в себя. Олег всегда отличался тем, что он был флегматичным борцом. Пока его как следует по чайнику не огреют, он не проснется. Вот может быть после вот этих нескольких оплеух в углу ринга от Славы Нескубина он наконец придет в себя. Да вроде как пришел. О, инцигири по затылку от Славы Нескубина. И Слава запоминает. Боюсь, что Слава сейчас разозлит Олега.
Так, попытка ураганного наездника не проходит. Промахи. Со второго раза, пожалуйста, Харанкарана. Да, вы знаете, у меня пока не... Вот я смотрю, что происходит на ринге, у меня просто нет слов. Ау, чемпионы! Ну проснитесь, елки-палки, на вас смотрите, люди смотрят. Дропкик в спину отправляет Олега Лешина отдыхать за рингом. И Антон Дерябин тут как тут пытается привести Олега в чувство, правильно возвращает его для честного ведения поединка. Ой, как будто сам Олег не мог вернуться. Ой, что происходит? Смотрите, Иван Громов подло сзади стаскивает Славу Нескубина за ногу с ринга. Уважаемый коллега, не надо громких слов, сразу подло сзади. Конечно. А что вы думаете, они просто так вот отдадут свои чемпионские пояса? Да нет, так дело не пойдет. Антон Дерябин справедливо возмущен этой ситуацией, потому что из-за канатов нелегально, не в свое время, Иван Громов атакует Славу Нескубина. И, между прочим, тем самым спасает, возможно, своего напарника Олега Лешина. И я лишь только хочу добавить, что еще никогда я не видел, чтобы Иван Громов действовал настолько неоправданно, непорядочно. Вот, наконец, Олег Лешин пришел в себя. Я долго ждал этого момента, все-таки я дождался. Наконец у них, я не знаю, что проснулось. Иван Громов, наконец, начинает мощную атаку против Славы Нескубина. И двойным вот таким шлагбаумом, с какой силой он припечатывает Славу Нескубина. Удержание, тем не менее, не проходит. Антон Дерябин сейчас очень волнуется за судьбу этого матча, потому что на ринге работает его легковесный напарник, который изо всех сил сопротивляется мощному натиску. Сначала Ивана Громова, потом Олега Лешина. Славе может помочь только то, если он будет быстрее. Да, и вот так вот, не давая опомниться противникам, атаковать их, атаковать и еще раз атаковать. В этот раз кросс-бади. Подождите, что задумал Слава? Насколько больше сил у Олега Лешина. Каждый раз он реверсирует попытку запуска себя Славой в противоположный канат. Реверсировал в этот раз. Но Слава, прыгучий Слава, опять вышел из положения дропкиком. Ну, наконец-то в бой со свежими силами вошел Иван Громов. Ну, я думаю, сейчас наконец-то, блин, елки-палки, у наших чемпионов проснется совесть. И они, наконец, догадаются, что они просто не имеют права проигрывать чемпионские пояса команде, которая образовалась буквально несколько мгновений назад. Двойной электрический стул. Только что делают Иван Громов и Олег. Подождите, что творит он? Ну, Антон Дерябин не смог этого вытерпеть. Да, он ворвался на ринг не в свою очередь, но быстро уходит, поэтому бой продолжается. Вот не надо после этого говорить, что Ваня Громов что-то делает коварно, а Антон Дерябин такой честный. А вот это вот за двойной шлагбаум, что сейчас было. Еще и вы хотите сказать, что это легально? Да не смешите меня. Антон Дерябин сделал просто на эмоциях то, что он должен был сделать, чтобы спасти своего противника. И вот, пожалуйста, он уже легально на ринге. И смотрите, это один против двух, но как он зажигает. Клоузлайн направо, клоузлайн налево. Суплекс Ивану Громову. У Ивана Громова все шансы. У Антона Дерябина все шансы и передний бросок. Я не верю своим глазам. Домодедовцы ничего не могут сделать со Славой Антоном. Ну, я не верю. Вот, наконец додумался Олег Лешин сделать хоть что-то. Вот отправляет именно, наконец додумался. Дерябина. Так, Олег, похоже, готовится к высокорискованному прыжку на Антона Дерябина и попадает в цель. Слава Нескубин теперь, похоже, пытался остановить его сзади, у него это не получилось. Слава, не оборачивайся! Слава, уходи с ринга! Что это? Неужели F5? Нет, все-таки слезает, Слава. И... гарпун. Ну что ж, Слава Нескубин провел один из своих коронных приемов. Гарпун с разбегу. Громов... Ой, извините. Лешин и Антон Дерябин все еще отдыхают за рингом. И если Громов не встанет вот прямо сейчас, то он похож... Нет! Ну что происходит с Иваном Громовым? Он получает лягушку от Славы Нескубина, и это раз, два, и Лешин спасает. Олег Лешин, дорогие друзья. Вовремя пришел он на помощь своему напарнику. И снова отправляется отдыхать за ринг, на этот раз при помощи Антона Дерябина.
Нет, нет, на этот раз. Ну что это за беспредел вообще происходит? На этот раз надо быть уверенным, что Олег Ляшин уже не вернется. И вот он, коронный пять от Ивана Громова. И раз, два, три, все! Все, домодедовцы отстояли свои чемпионские пояса. Они по-прежнему непобедимые командные чемпионы. Ух, дорогие друзья, не знаю, как у вас, у меня сердце, у меня ритм, сердцебиение просто зашкаливает. Буквально, как говорят, на валидоле провели этот матч. А вы помолчите минутку-другую и придите в себя. А я тем временем скажу, что да, Иван Громов и Олег Ляшин действительно отстояли успех с успехом свои пояса, но они были буквально на волоске от поражения. Потому что такой конкуренции, таких противников, как Антон Дерябин и Слава Нескубин, у них еще не было, потому что они противопоставили им такие разные стили. Неостановимая сила Антона Дерябина и его опыт, и неукротимая скорость, прыгучесть и акробатизм Славы Нескубина. Но, к счастью для наших чемпионов, и не к счастью для Антона и Славы, все это, что вы про них говорили, не помогло им одержать победу. Вот ключевые моменты этого боя. Возможно, Ивана Громова и Олега Лешко спасло именно вот это. То, что Иван Громов в какой-то момент стянул Славу за ногу с ринга, выключил его из игры. Потом инициатива снова перешла к Антону Дерябину. Успешно! Если бы Олег Лешин не нагнул канат и не удалил бы его с ринга. И вот снова Олег Лешин выручил Ивана Громова после лягушки от Славы Нескубина. И после того, как Антон Дерябин отвлекся на Олега Лешина добивать его за рингом, Иван Громов наконец-то проводит свой коронный F5 и тем самым вырывает с таким трудом победу своей команде.